Роберто Финаско, Лас Альго... Забыла, в общем, название. Это на границе Аризона и надо делать рут-канал в одном зубе. Насчитали в Аризоне в трех разных клиниках от 2 до 2,5 тысяч долларов. В Мексике обещают 300, но я им не очень хорошо объяснила. Мне кажется, будет немного подороже, потому что зуб сложный. Вот. Нам осталось 50 минут до границы. Границу мы будем переезжать не на машине, а проходить пешком. Как-то надо будет сначала где-то припарковаться, а потом уже идти. Говорят, 5 минут до клиники. И то, что я прочитала, это на небольшом месте самое большое скопление медицинских клиник. Не знаю, что там еще есть, но очень много dental клиник. В общем, не только Аризона, США и Канада якобы едет туда дешевле лечить зубы. Также и другие процедуры, в том числе и хирургические, и косметологические, но я не знаю, я не смотрела. Также в США очень дорого лекарства какие-то покупать, и на многие надо рецепт, даже который, допустим, в России или где-то абсолютно без рецепта можно купить, то в Мексике тоже это можно купить без рецепта. И что еще? Еще хотела сказать, что в день посещает этот Альгодонес, Мексика,